слышно, ты понимаешь, что будет банальным и пошлым сказать, что останавливается, зажимая трубку между плечом и ухом, достает конверт из почтового ящика. Мы проходим через необходимую стадию. Из нее разовьется свет, из нее прорастет понимание. Время всосать корнями минеральные вещества. Не додумывает, что добавить, разговор прерывается. Убирает трубку в карман, медленно разрывает конверт. На ладонь высыпаются пряди седых волос. Если долго кричать «волк», появляется волк. Если долго кричать «фольк», но с точки зрения смолы, на свете есть еще углы, куда она не затекла, где еще не угрожала нам, не наслаждалась криком жалобным «смола», «смола», «терновый куст», «китайский шрифт», «завод по выработке крифт», «янтарный склад» и «рай земной», где голоса из-за дверей летят среди оранжерей. Открой, открой. Купил в магазине на студенческой уголовный кодекс. Москва, юридическая литература, 1960 год, 174 страницы. Вырвал оттуда главу первую особенной части «Государственные преступления» и вложил в непостижимо найденную у подземного перехода английскую книгу Джойса «Улисс, Лондон, Бодли, Хэт, 1960 год, 939 страниц», прочие весьма интересные главы, умышленное убийство, развратные действия, обман потребителей, должностной подлог, оскорбление работника милиции или народного дружинника, угроза начальнику, двоеженство и многоженство, обратил в пароходики и самолетики и пустил по реке и по воздуху со словами «плывите, летите, я вас прощаю». А Джойса отправил как ценную бандероль в Генеральную прокуратуру со словами «а вас политические Джойс простит». Темнот всего семь, и седьмая, шестую во сне обнимая, мечтает о солнечном дне, где тени становятся резче, и взрыв происходит, и вещи сливаются в общем огне. Себя уподобив лавине, там жители в пасть котловине несутся с насиженных гор, тела их как небо в прожилках, и знают, что в мягких опилках укрытый лежит физраствор. Иные темноты, как сестры, у них сновидения пестры и только бодрят кровоток. Их папа сотрудник таможни, он прячет продукты надежнее, чем может унюхать каток. На звук их дыхания неясный мы целим прибор инфракрасный, настроив по нужной волне, и вот созерцаем ириней, лежащих на тонкой перине, обнявших друг дружку во сне. Заканчивается первая часть моего выступления. Я хочу перейти коротко к некоторой такой криптокнижке, которая готовится к выходу в ближайшее время. Может, и не крипты. Не знаю, как получится. Мне очень приятно, что здесь сегодня присутствует человек, сверставший эту книжку. Ведь это ты. Да. Но, значит, это книжка «Восьмистиший», которая, я надеюсь, в ближайшее время выйдет в издательстве «Стеклограф». И там будут восьмистишия, которые я сначала писал, как я уже сказал, просто в качестве упражнения. Да, бывают такие упражнения, которые ты выполняешь, когда нет сил делать что-то еще. А потом я как-то стал это более осмысленно писать, поэтому пришлось их перемешать, чтобы самое начало не выглядело уже совсем идиотическим автоматическим письмом. Далее я решил, что я буду посвящать каждому желающему восьмистишие, на которое он укажет пальцем и скажет «это мое». В присутствии детей я, наверное, не готов читать восьмистишие, посвященные присутствующему здесь Геннадию Каневскому. Значит, но он знает, что оно есть и что это ему.
Можешь говорить пи-пи-пи. Пи-пи-пи, да. Да. Ну, найдем эвфемизм при желании. Значит, я собрал это в итоге в... Привет. 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 В общем, в итоге я это собрал все в книжицу, послал замечательному издателю. Он ответил мне прекрасной фразой, которую я хочу поставить в качестве блёрба на эту книжку. Чтобы печатать такое всерьез, надо или относиться к себе с преждевременным пиететом, или подозревать некое концептуальное сверхвысказывание. Значит, я очень... по стилистике, похоже, догадываюсь, кто это. Я и спросил у него разрешение поставить это в качестве отзыва на обложку книги, и, значит, хочу, чтобы так оно и было. Ну, конечно. В общем, не относясь к себе с преждевременным пиететом, я просто исключительно преследую чувства добрые, я вам несколько штук из них прочитаю. Ну, наверное, буду посвящение зачитывать, хотя, признаться, некоторых людей, которым я это посвятил, я не знаю, никогда не видел, потому что все это было открыто. Илья Крохин. Пока печатается рукопись, я разложу пасьянс паук. Бумага с текстами в шкафу копись, не доходи до моих бедных рук, не доходи до моих бедных глаз, до мозга утомленного. Не допечатаю, пошлю сейчас писателя стомиллионного. Владимиру Непомнящему. Он помнил, когда появился штрих-код, старухи сельпо объявили бойкот, сказали сурово и дружно, бесовской еды нам не нужно. Сидели на репе, сушеных грибах, но скоро они им навязли в зубах, а снег завладел огородом, в сельпо поплелись за штрих-кодом. Без посвящения. Кто-то тянет руку, задает вопрос. Вы знавали муку, но теперь срослось, дурно людям в зале. Думают, беда, но товарищ Сталин отвечает, да. Ирине Рудик. Можно ли слопать сороку? Наверное, если припрет. Сразу не бей, дай ей сроку, пусть с подругами перетрет. Завещает своим соседкам той часы, а этой кольцо, но потом улетит к безопасным веткам и рассмеется тебе в лицо. Галине Рымбу. Скажи мне, кто такой Кусинин? Большой революционер. Любимец ли он был Марусь и Нин? Являл ли юношам пример? Я знаю, кто был Вольфганг Пауле, Аверинцев и Монтескьё, а вот Кусинина знаю ли? Увы, невежество мое. Там жил Евгений Рейн на этой улице. Да, но я потом даже узнал, кто эту улицу, я знал гораздо раньше, чем ее патрона. Даниле Давыдову. У Ксении были животные, хомяк и крыска. Они были нечистоплотные, at all. Соседи являли смирение, боялись риска, поскольку был папа у Ксении, нацбол. Эдуарду Лукоянову. Что приятнее секса в грозу на ненужной тебе вечеринке, где твой друг бодро дует в козу, а твой враг тебе чистит ботинки? Разве только умение пить не пьянее под пристальным взглядом или снежную бабу лепить с морозилкою под водопадом? Любови Таруновой. Где продавались слайды Торжок, Калязин, Тверь, там продаются слайды гитарные теперь. Там процветает рок. Приди и убедись, приедут AC/DC на фестиваль в Торжок. Александру Стесину. В толстых журналах что за уют в солнечных залах? Путинку пьют. Здесь обсуждались пьесы врача. Гемодиализ, желчь и моча. Геннадию Каневскому. Ну, значит, за каждой стеною гребутся. Но, может быть, там говорят за жизнь и чаечек, и блюдца, и кресла, и фотки котят,
И свадьба, и отдых, и ссоры в масштабе ониловских драм. Вот смысл занавески, который частично закрыт Амстердам. Я хотел смотреть, что Марии Куприяновой. При слове «кровосмеситель» представляется ванный кран, а не Эдип-погубитель и не датский тиран. Но с краном свои непонятки. Хотелось бы, чтобы из него вода текла мне на пятки, а не красное вещество. Егору Сальникову. Докинс Дарвина спросил, чем ты бороду красил? Генетически, наверное, ты придал ей новых сил. Дарвин Докинзу в ответ: знаю, будет нам обед. А про бороду не надо, в кератине генов нет. Сейчас, извините, это еще некоторое время продлится. Да. Сергею Козину. Украинцы перешли на гривны. В это время я гостил в Крыму. Стали вмиг карбованцы противны украинскому уму. Но слова «инфляция» и «бабки» не задерживала голова. Море пляжное лизало тапки, продавалась пахлава. Катя Орел. Первый курс, оглядевший, Толкин загрустил, захандрил в конец. Ни одной симпатичной тёлки. Зря писал «Властелин колец». Он попробовал этому сброду втюхать древнеанглийский мир, а они про свое все. Фродо, зачем погиб Барамир? Ири Павловой. Поезд имени Лоренса Стерна груз везет из Инты в Арзамас. Три вагона угля и цистерна черноты недописанных фраз. Удалой машинист китаянка, что из силы сигналит окрест, а в купейном вагоне гулянка и проходит смотрины невест. Сторонники феминитивов никак не обижались на этот текст? Нет, они если не отёлку, значит, не обижались. Ну, а тут потом... машинист китаянка. Значит, ничего, можно считать, что это одно слово. Значит, Катя Елпатьевская. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Послание пришло корейцу одному. Ты в спорте не силен, ты трус, ты просто лох, Ким. Как жив ты до сих пор, я только не пойму. Кореец не паник, не бил себя об стену. Он мене прикрутил на свой автомобиль, из текела склепал для телека антенну, а фарес повертел и после сдал в утиль. Елене Трууса. Пусть Карп Савельевич мужается, когда увидится с врачом. Сосуды у него сужаются, и все грозит параличом. А нефига ему у Шурика актрису было уводить. Теперь расплату ждет Мазурика, а кто подаст ему попить? Вот это одно из моих любимых, Оля Заварицкая. Куратор визуальных искусств Алиса Эйзенхауэр Грей растила можжевеловый куст в одной из дорогих галерей. Но критик рек, не должен талант в природе занимать красоту. И у Алисы отняли грант, а хвою настояли в спирту. Кири Фрегер. Вечно я путал White Snake и Nightwish. Путал фишролл и гефилте фиш. Знаю, родная, меня за это ты никогда не простишь. Это как путать футбол и гандбол, звать Параджанова Уве Болл. Ясно мне моя песенка спета, все, ухожу, ушел. Валентине Конухиной. Слепни и Шершни спорили в книжной, зайдя в магазин. Ну, Виктор Шершни, Лосев, не Бродский и не Марамзин. Все эмигранты, шмель перебил, потирая живот. Капитулянты, лишь Солженицын один патриот. Вот, на этом я закончил сочинение тех восьми стишей, но через пять лет, в наступление очередного творческого кризиса, значит, приперло писать их опять Елене Макеенко. На тризне по шумному балту, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, симбалту твои излучали черты. Был Эймунтос доблестный воин, сказал ты, и вот он убит. Но я абсолютно спокоен, мне доктор скорбеть не велит. Без посвящения. Первое свидание прошло на огромной гелевой подошве. Безобразный уличный латошник впихивал свое нам барахло. Думал, возвращаясь в 5 утра, что второе предстоит едва ли. Что же, нам его согласовали на осеннем митинге ядра. Ивану Фисеву.
Кончилась крепкая дружба, одноименная бензопила, и эпатажная блогерша Пужба все ваши фотки в соцсети слила. Выйдешь на ланч, на премьеру, на раут, будут показывать пальцем во след, так окружи себя, как Фомальгаут, облаком спутников будущих лет. Арине Амбарцумовой. Доброго времени суток. К вам обращается фонд всех потерявших рассудок после отправки на фронт и осознание, что баста, кончились ратные дни, жертвуйте много и часто, чтобы не быть как они. Павлу Банникову. Приходил журналист и с тобой потреблял разбодяженный хмурый. А когда уходил доздавать материал, ты звала себя дурой. Побежала бы светлой судьба полосой, повернулась обложкой, и всю жизнь торговать духовитой самсой и тандырной лепешкой. Виктория Гендлина. Род занятий. Растаможка Гелендвагенов. А любимый вас писатель этот, Вагенов. Что за смех? Вы увлеклись бы Элюаром. Он для тех, кто по паршам, по ягуарам. Маргарите Журавлевой. Был у Дзержинского друг дорогой, но воплощенный одной лишь ногой в мире тупом и прискорбном. Хоть бы плечо, хоть бы горб нам, так засыпая, Дзержинский тужил. Друг его ночью на лоб положил, чтобы избавить от муки девственно чистые руки. Яне Карпенко. Лягушка, на лугу увидевши вала, ему сказала: «Ква? Я, между прочим, книжку издала для ММКВЯ». Увидевши лягушку, молвил вол: «О, книжка, это гуд! Я тоже тут романчик перевел, к нонфикшну издадут». Юрию Сапрыкину. Вы, сместившие ненужные никому, никому, вы уходите нагруженные моим временем во тьму. Зря изволишь беспокоиться ни во тьму, ни в народ, а туда, где можно встроиться и дополнить общий код. Александру Гаврилову. Неплохо жизнь прожить прекарием, питаться мерзлой берестой и вдруг узнать, что ты Таргариен, а вовсе не бастард простой. Покраситься светловолосие, придумать возглас полютей и, облетая Вестероссию, драконом сжечь сердца людей. Марте Антоничевой. Сходить к двухсложному врачу хочу. Два слога, а конверт один. Вин-вин. Мне хочется взорвать луну. Вы злая старая корга. Ага. Софии Амировой. Ты свел дело к лапанью, сексист и мужлан. And I'm giving up on you. I'm fed up, I'm done. Тупые харассеры мне вот уже где. Возьми свои клясеры, до встречи в суде. Да. Лиззи Бюргер. Поисследует до станции Александровский сад, там заполнит все квитанции и покатит назад. Где над голубую веткою атмосфера земли и влетит легкоатлеткою на платформу Фили. Мите Макаровскому. Утомленные сланцы нежно с миром прощались, апатиты признались, жить ни к чему. Солнце протуберанцы с ливнами разобрались, химки не защищались, конец всему. Николаю Синихогу. Поиграй в пансионате в снукер с родиной в сковородке, и получишь русский букер, и пожаришься на сковородке. Вспучилась постель, как фумарола, ночь, тоска и неизвестность, эк тебя переборола, сепия, традиция, словесность. Последнее, на которое, значит, одновременно претендовали две замечательные женщины, обе получили, значит, стихотворение себе посвящение. Фаине Гримберг и Зинаиде Драгомощенко. Снова день, и дух ночной отдыхает под сосной. Он прикрыт и не пробит, чист по документам, спит. Взял на год в аренду ствол, под корнями есть подвал,
не разыщет Интерпол. Не затем арендовал. Вот, да, это была книжка восьмистишей, которая скоро, надеюсь, будет издана. А теперь, если вы еще не устали, друзья, расскажите мне об этом. Не устали. Вы сами напросились послушать еще стихов из первой книжки. Краткость и темнота, сестра и друг, летняя ночь любви, осенняя перестрелка, облачная завеса раздрана между слов, между столпов, и всяк говорящий слепой Самсон, и вот он готов опереться. В Стратфорде умер Шекспир, а в Мадриде Сервантес, а у меня распаялся фонарь, чашка разбилась, подарок. Приходили напомнить про долг неприятные люди. Да говорят, за речкой не можется овцам, как бы не мог. Что за день непутевый? Скорость, сохраняющая лицо, узнаваемое в лицо, ба и ка, влетающие в облака электронных гроздьев, сословий слов, противоречащих ледяному дождю. Кто наждется из намерзи этих плодов? Я дождусь, я дождусь. Скорость относительнее себя никого не знает, но для других молния деятельного серебра, поперек сшивающая круги. Цвет свекольный, финдосьекльный, завод стекольный, худо слепленный, слуга покорный жопой шамкает, дороги развезло, и злом разят резные деда шахматы. Давайте вместе их сожжем. Вот несколько очень старых стихотворений, написанных от лица поэта Виктора Троллейбусникова, никогда не существовавшего. Большевики большие веки распахивали, штурмуя зимние, кидали гранатами в Боттичелли. Самое лучшее этим осколком — уплыть по времени, по течению, по обстоятельственному стечению и выплыть, прибиться к музейным полкам, когда их внуки, оставив качели, кидают гортензии в Боттичелли. Сыграл Пастера, привил себе оспу, получил глобус, получил Оскар, да умер от оспы, а студия ОСП в павильонах из ДСП снимает об этом хохмы ниже всякого ГОСТа. В честь меня изуется молоко, в честь меня поэт и прозаик Нак, все французские короли 1.18, я их поглощаю, я нулевой знак. Жених, которому отказали, пробирается с дегтем к воротам бывшей любимой. Молодой человек непременно держит в ящике тумбочки заряженный револьвер. Князь берет в жены случайную малолетнюю проститутку. Потрошилов, разочарован в любви, уезжает помогать парижской коммуне. Графиня заходит в какой-то дом, и, о чудо, гроб давно позабытого милого друга. Юнкер смешно и глупо бросает перчатку в лоснящееся лицо адъютанта. Врач наливает стопку себе и соседу, его глаза загораются вечным. Нигилист приезжает шокировать патриархальных помещиков, эпатировать перезрелых дам. Студент справедливо говорит нигилисту, что тот дешевка, но сам спивается в третьей части. Мужик из-под колосистых волос глядит самоцветно, исконно и мудро. Варя играет Шопена, и в этот момент Комаров понимает что-то такое. Собаки не бросили кости вокруг эти страшные экипажи. В городе вечер. Играли Бакаста с Амином в городки и кегли. Городошную битву подгребали угли. Жаловался Амин, распоясались в море рыбы. Бакасты печально подрагивали у губы. Да и люди не понимают, не докормлены, не созрели. Будут потом говорить, какую страну просрали. Климат континентальный.
шефферовы штрихи минаретов, пробрасывающийся прозорливый климат Ирана и Эмиратов. Засуха над Европой уже сейчас проработана и привычна, станет полуденно и полночно, нечрезвычайно и полномочно. Лунная база хранима, как житель и символ ущерба. Спущенные оттуда флаги пригодятся для переноски скарба, а сухие страницы раскроются и расползутся, и после милостивого дождя на них распустятся лица. Они узрели, что наги, и что зря встают пацанам поперек дороги, и что их нагота не препятствует делу нефти, ни распилу ее, ни разливу, ни пулю в лице. И тогда они обрядились в бумагу и перья, и тепло, и жертвенно, и в письме подспорье. За туманным окном свинцовые комья ваты налиты, готовые отменить атональные ноты. Это если вы заметили такой цикл стихотворений, пошел уже друг без друга мало существующим. Цель выживания. Чистым вернуться в источник в городе победивших форм. Военный пятиконечник, пасхальный овал. Сколько домов бы внутри разместилось, сколько обрезанных комнат кому-то досталось. Книги на линии среза превращаются в долгострой. Лучше слушать истории, у костров человечьей стаи. Ночь становится цельной и не грозит пересмотром. И не скоро еще прорастает похмельным утром. Еще два отсюда. В той стране, пропитанной перекисшим либидо, были в ходу гексограммы, подняться с колен, победа. Все, что волокло из квашни, задавало вектор. Оттого-то любимым певцом молодежи был некий Виктор. Оттого на крышах домов и сараев ценились шпили. Оттого-то ветер, разбившись на группы, искали в поле. В конце концов, спасителями станут овраги, ущелья, абразионные берега, крутые отроги. Там сохранятся ручьи, будут бабочки и лягушки, эндемики вроде гномов из Белоснежки. Приходить сюда вечером, обманывая охрану, смеясь над билетной кассой, давно превращенной в руину, тихо, чтобы смех затерялся на фоне журчания потоков, стрекота и других неприятных для мира звуков. Как независим святой Себастьян Ежа, пусть интерес его шкурен, но незаметно страдание, вместо него принюхивается расчет. Это не те места, где пойма поет по имя, и не подходят для райского благоденствия сухость лесной подстилки, но все же под ней выдают себя медленной дрожью объекты. Коммуникация в них, каждый бит сам за себя. И однако они до странного схожи с подкожной периферией метро, тоннелями, где еж человеческих рук поднимает перчатки, варежки, шапки и кладет на рекламные короба, как цветаевский хлеб. Свойство живого лежать как труп, прикормив новую жизнь, обмякнув и кособочившись, распавшиеся так, закрытые дачные поселения, дружества, институции были живы. Выходи из петель шлагбаум. Краска, слезай, тебя давно ждут. Снег над посадками, братец, пора валить. Электричка въезжает в столицу. Силовые линии денег, натянутые по стране, ближе к центру сгущаются, выдавая наличие крупной массы. Дома встают вдоль линеек.
деление призрачно, неравномерно. Все шоссе рублевские. Электричка нейтральна. В левой части уравнения грохот и пыль. В правой части пешей доступности станция Лось. Масляные зигзаги света на козырьках. Сиротки-снежинки, прибившиеся к околышам. Государь-император командует бис. И все повторяется. Впервые в этой вселенной. До волосков, до фотона. Чудесное изобретение, господин Дагер. Жалую вам 1000 золотых. Бис, еле слышно, шепчет изобретатель. В пекле, где мертвые из воска учат жизни по своим кускам, есть одна прозрачная железка, выделкой подобная богам. Формою она напоминает самый славный зубчик чеснока. Небо над Флоренцией не знает, что ее боятся облака. Млечным камнем древнего колодца так лежит, забыв родство свое, в теле человека не найдется ни задач, ни места для нее. Дно обнажается, как храп на остановке. Вы, души, не готовы к перековке, но вы умеете сквозь тягу повторить, вам больше не до слез и не до шествий. И в смертный час, как Шварц или Дашевский, о птицах говорить. За попытку проклясть город, чья защита в 1000 раз превышала ее способности, от нее остался лишь прах, ощущающий боль. Очертания спекшихся органов и рассыпавших костей угадывались, но кто стал бы всматриваться? Закопали, развеяли, запаяли в герметичный контейнер и отправили на Луну, словом, как-то избавились и позабыли. Город чист, не вдохнувший ни пылинки. Розовощекие мальчики, девочки в белых блузках утром выходят, не забыв отключиться от подзарядки, и идут позади водяных опахал, поливальных машин, и воздух трещит от веселого стука дверей. Спаси пространство из-под наноса улиц, деревьев, домов. Занимательный физик, выдерни скатерть, не тронув ландшафт стола. Бутылки, вилки, фокус для первоклассников. Выдерни мантию из-под земли. Что с ней делать? Видишь, еще дрожит координатная сетка, не желая быть драпировкой, повисшей в твоей руке. Как объяснить геодезическим линиям, чья карьера загублена, что они свободны и спасены? Сейчас попробую открыть одно стихотворение недавнее, в эту книжку уже, видимо, не попадающее, если получится. Частей называется «Канал Грибоедова. Большая Дмитровка». Часть первая. Поэзия, как вишлист. Ветер гонит рябь к мореной гранитной границе. За ночь перенастроены сенсоры, и из тебя, кто начинает строить с колонны, плохой архитектор. Воспоминания, свет, ветровой утюжок избирательно предпочитал фасады. Из запекшегося румянца выныривают мосты, по контрасту сказанное на них бессвязно. Если заглядывать в окна, зимний фланер увидит, как приходят призраки в гости. Несколько километров дотянуться, чтобы подписать отказ от ответственности. Польза не та категория. Риск шага, проблема лунного грунта. Где-то еще непарнокопытный впрыск истории
русского бунта и ампирные розвальни вмерзли в лед, воздух у льда становится разряженней, возвращаясь в уме с багажом гугла, пешеход на любое и спрашивает у себя разрешение, но сейчас анонимность обтесанных валунов, горе умных, старопроцентных, поддатых. Где ты теперь? Я в районе сотых домов. Позвони, когда идешь до десятых. Вторая часть. Вот здесь Рогоспи, где сталинская писанина спит под караулом шифров и тесемок. Секретные дела разложат на поверхности стола какой-нибудь взыскательный потомок, не я. Там вековая пыль, в ней на релятивистских скоростях летят слова, за ними штамп несется, поставить апостиль, в них света нет, напротив них в грустях витрины оплавляются, а солнце закончилось вчера, на мокром в ухо визгнет колесо, и снег пойдет навязывать кривые Совету Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. О, где просвет? Скорей, просвет сужается, он так далек, как я, дурной наследник людей, решительно в реестре не последних от них, и как архивный звездолет от нас, большая, все тянет лямку, превращаясь в нас, смерзаясь и мерцая. Спасибо. Спасибо, друзья. Если хотите, я готов ответить какие-то. Я думаю, что да. То есть у меня нет другого ответа. Я думаю, что да, способствует. Вот, потому что, когда я смотрю на текст, опять-таки, вот этими глазами ребенка, да, то я понимаю, что визуальное с звуковым именно здесь встречается. И я, когда что-то пишу, я слышу, как это должно произноситься. И читаю это примерно так, как это произносится у меня в голове. Хотя я прекрасно понимаю, что могут быть другие интерпретации. Я хорошо помню, как я читал какие-то стихи, даже не свои на самом деле, в Швейцарии. И ко мне подошла актриса и стала мне выговаривать, что я неправильно читаю стихи, что надо стоять не так, не так. Руку в кармане можно оставить, это будет твоя фирменная фишка, сказала она. Но вот голос, голос, ну вот поднимать голову, ну вот каждое слово выпивать. В общем, довольно сильно испортило мне настроение. Русская, но живущая в Швейцарии, насколько я понимаю, да. Не думаю, Егор, что ты знаком с этой выдающейся, много где игравшей, конечно, актрисы. Честно сказать, не слышал имени этого после этого, да. Но как-то от противного она меня уверила в том, что я, пожалуй, правильно читаю свои стихи, хотя я понимаю, что и рука в кармане, и некие паузы, и некая напущенная на себя серьезность, все это может раздражать. Вот.